Привет, друзья! Вы на канале Азбука Груминга. У нас снова дождь, это уже привычно. И сегодня вот такие удивительные, необычные гости нашего породного сюжета. Не обещаю за 5 минут рассказать вам все о ирландском сеттере, потому что это просто невозможно. Вас снова ждет глубокий, очень подробный выпуск, который позволит погрузиться вам в особенности породного ухода, содержания, груминга. И сюжет будет полезен начинающим грумерам, владельцам сеттеров и тем, кто только задумывается о приобретении такого щенка. Сейчас самое время накидать больших пальцев вверх, поддерживающих комментариев к этому ролику, для того, чтобы нас промокших и замерзших замотивировать. И поехали! Вау-вау-вау-вау! Юль, я, как всегда, начну с стереотипами, наверное. В моем детстве красный сеттер – это просто мечта любого ребенка, который хочет собаку. Это такой образец достатка, это реклама, чего там было, педигри или чапи, когда вот бежала вот эта сияющая, искрящаяся шерстью собака, и сеттер, наверное, тоже входил в мой виш-лист. Почему ты остановил свое внимание на этой породе? Все очень просто. Ирландский красный сеттер – это вот тот баланс всего, что я хочу видеть в собаке, которая живет у меня дома. Абсолютно всего. То есть их внешний вид – это эстетическое удовольствие. Я кайфую от них. Я кайфую от их внешнего вида, от их красной шерсти, от их отчесов, от всего, от прикосновений к ним. И самое главное – это характер и голова этой собаки. Дружелюбные, очень живые, очень яркие. Ты сделала акцент на том, что это ирландский красный сеттер. Какие бывают вообще виды сеттеров, кроме вот... Как-то звали его в чапе? Вот это я не помню. Нет, по-моему, мне кажется, нет. Вот эту золотую. А ты тогда смотрела эту рекламу? Да, да, конечно, она была тоже в годы моей молодости. Более того, у моего соседа был ирландский красный сеттер. Но на тех порах это были рабочие крови, конечно, сейчас... Мы бы еще больше ахали от них, увидя их тогда в детстве. Сеттеры. Да. Ирландский красный. Итак, сеттеров 4 разновидности. Ого. Английский сеттер. Ирландский красно-белый сеттер. Такие тоже бывают. Мы их крайне редко встречаем. Ирландский красный сеттер. От красно-белого он именно и пошел. И шотландский сеттер Гордон. Его, их иногда еще гордонами называют. То есть всего их 4 разновидности. В общем, типе это очень похожие друг на друга собаки. Да? То есть это вот такой... Это отличие просто в окрасах или все-таки у них экстерьерно и в предназначении есть какие-то отличия? Это все легавые, которые предназначены для охоты на... полевую или болотную дичь, именно на птицу. У них различия в цвете шерсти, небольшие различия в экстерьере, в качестве шерсти тоже есть отличия, и даже есть немного отличий в характере. Отлично. А вот то, что мы будем делать сегодня в груминге, мы вот эту базу можем взять для основы для всех сеттеров, или это будет касаться только ирландского красного сеттера? Абсолютно спокойно можем брать для всех для сеттеров. Всех. Да, все, да, то есть да. Напишем обо всех сеттерах. Обо всех сеттерах, да, да. Юль, с какими проблемами сталкиваются владельцы сеттеров в уходе за шерстью? Правильно я понимаю, что это склонность к образованию колтунов и линька, или есть еще что-то? Проблемы действительно определенные есть. Начнем с линьки. Она очень умеренная на самом деле. То есть сеттер – это собака, в которой сочетается и шерсть, и волос, который практически не линяет. То есть у сеттера линяет в основном... Ты имеешь в виду ось и пух, да? То есть у нас пух подлинивает, а ось... Да, совершенно верно. Сеттер в основном раздевается по спине. При этом шерсть, она не летает в воздухе, то есть та, которая пролиняла, она не оседает практически на мебели. Она, волшебная на самом деле. Она в основном оседает на полу и, как правило, в виде таких вот заворотов где-то по углам. Ну,
и не только по углам. Но тем не менее, то есть нет такого, что вы приходите на работу и все в каких-то там меленькой белой шерсти. Да, да, такого, да, такого совершенно нет. А линька, она носит все-таки сезонный характер или она круглогодичная? Нет, она очень сезонная. Угу. То есть сейчас на самом деле мы в стадии завершения линьки. Лето – это не совсем время сеттеров по шерсти. Угу. Мы такие сейчас немножко скудноватые. Плюс как бы собаки, я стараюсь, чтобы это была не диванная собака. Они должны быть собаками. Мы гуляем в полях. Они прекрасно купаются в Волге, в протоке. То есть немножечко сейчас вот мы такие скудноватые. Наше время – зима. То есть в лето они одеваются, вот в эту летнюю шерсть они менее нарядные, да, а зимой, да, они вот такие зимой, роскошные, да, как, да, мы, да, привыкли. Совершенно верно. Летом они очень красивы на солнце, на фоне травы. Да, но как шерсть мы действительно хотели сегодня снять, да, если бы не пошел, да, дождь. Если бы не пошел дождь. Но шерсть действительно летнего сеттера, она такая более скудная на самом, угу, деле. Она требует того, чтобы ее убирали со спины. То есть вот вся короткая часть, морда линяет, голова линяет, спина, круп, наружная поверхность бедра не пролинивает, только украшающий наш волос. Да, ну и подшерсток, конечно, то есть вот эта зона, это другая, нет, другой это тип совершенно шерсти. Другая, да. У-у-у. То есть это шерсть, которая будет расти столько, сколько будет жить сеттер. Да, то есть можно сколько сказать, что он комбинированный. Комбинированная, ага, да. Сеттер – это комбинированная собака. Все сеттера – это комбинированные собаки как раз шерсти и длинного растущего, не стригущегося и не вылинивающего сезонно волоса. По поводу колтунов, да, конечно, бесспорно, у сеттеров есть эта проблема. Есть разные типажи шерсти. Какие-то сеттера колтунятся меньше, какие-то больше. Американский тип сеттеров, они обладают более прямой шерстью, у них меньше выражен подшерсток. Это собака, которая практически не цепляет колтуны, угу, не набирает колтуны. Но она не такая нарядная. А наоборот, американцы, да, американцы, да? Они ушли в шоу. То есть я не видела ни одного американского охотника. У американцев все шоу. Это вот моя старшая собака. Это как раз американский типаж. То есть с ним вообще минимум кондиционера. Все прекрасно расчесывается, распутывается. То есть, чтобы американец запутался, это вот как раз очень-очень, угу, редко. Европеец, да, у них больше подшерстка, в том числе и по спине. И подшерстка, вот, который у нас в псовине, в украшалке, они склонны к образованию колтунов. И традиционно самая слабая зона у сеттера – это подмышки. Угу. Подмышечная область, мы ее, как правило, дополнительно увлажняем, дополнительно кондерим. И паховая область, конечно же, особенно у кобелей, надо как бы дополнительное внимание вот уделять именно этим моментам. Помимо колтунов, у сеттера есть еще такая шерстяная проблема, с которой владельцы 100% столкнутся, это репьи, колючки. За то время, когда у меня появились сеттера, с того момента, как у меня появились сеттера, я знаю сезоны все на все виды колючки. Растений, да, просто, да, да. Все колючки, что называется. И здесь, конечно, да, есть такое, собачка гуляет, этого невозможно избежать. Летние колючки более комфортные, они такие еще зелененькие, угу, не рассыпаются. Осенние колючки, осенние. Да, да, да. И вот здесь, конечно, ну, благодаря тому, что груминг наш не стоит на месте, готовые спреи под разведение, которые спасают нас на улице. То есть мы выходим гулять, я беру небольшой флакончик какого-то спрея, и если я вижу, что собака зацепила ежик, назовем его условно, они бывают разные, uh-huh, то самое простое – это остановиться на 5 секунд, достать спрей, буквально побрызгать и разобрать, выкинуть. Прямо сразу в моменте, на прямо улице? В моменте, да, да, да. Слушай, да, я, да, даже с пуделями в моменте не вытаскиваю колючки. Есть такое, есть, потому, uh-huh, что пока мы гуляем, если это вообще только начало прогулки, этот объект в шерсти закатает ее к концу прогулки. То есть его, он, будет тяжело, да, его будет тяжело достать. Ты уже
опять же, опередил мой вопрос о том, что это охотничьи собаки, которые имеют какое-то настоящее рабочее назначение. И я так понимаю, что на сегодняшний день они по-прежнему несут эти рабочие линии, действительно прям в настоящей охоте используются? Да, безусловно. Сеттеры используются в настоящей охоте. Единственное, что шоу собак, мы разделяем сейчас на собак, да, рабочего класса и шоу-класса. В основном используются, конечно, именно охотниками собаки рабочего класса. Эти собаки более простые по шерсти, более бедные по шерсти, и это создает меньше проблем на самой охоте. Шоу-собаки прекрасно себя показывают как в рингах, так и прекрасно охотятся. Единственное, я говорю, что будет, ну, больше проблем будет обезопасить шерсть на самой охоте. Это у нас шоу-представители, шоу-линии. Да, это оба представителя шоу-класса. Это не помешает им в случае чего выйти. Пойти на работу. Да, пойти на работу. Мы немножечко вот, наверное, как-то тоже я все-таки больше в груминг. Мне безумно жалко их шерсть. Сестра Балу получила рабочий диплом. Два брата Тая тоже с рабочими дипломами. То есть это собаки уже, которые будут выступать на выставках в рабочем классе. Они прошли обучение, они закончили обучение и... Сдали. Да, сдали успешно. Поэтому... А собаки рабочих линий, они могут принять участие в шоу-выставке или они будут совершенно неконкурентоспособны? Они будут неконкурентоспособны. То есть их берут настоящие охотники, и они вот не нашими сертификатами занимаются для выступления в рабочем классе, а вот по-серьезно на охоту с ними ходят до сих пор. Нам сертификат, нам рабочие качества нужны для того, чтобы получить чемпиона НКП Национального клуба породы. Рабочая собака – это собака, которая только работает. И максимум, что она может получить, это разводную оценку. То есть, как правило, оценка не выше очхора. То есть, в данном случае шоу-собаки, они универсальны. Это собака, которая будет иметь успех и на выставке, и при... хорошем натащике, при интересе собаки, она прекрасно будет работать на самом деле в полях. Рабочие собаки не такие универсальные, то есть это в основном работа. Чуть затронем историю возникновения. Вот для меня голова этой собаки очень похожа почему-то на голову, например, английского спаниеля. У них есть какие-то общие истоки или это мои совершенно тоже какие-то додумки вообще? Кто стоял у истоков вот сеттеров? Или они были истоками всех остальных рабочих или всех остальных легавых собак? Есть спаниели, как бы нет единого мнения на самом деле до сих пор, какие собаки стали основоположниками именно сеттеров. Бытует мнение, что и несколько разновидностей спаниелей, и бладхаунды поучаствовали, и даже волкодавы якобы были. Я сомневаюсь, но всякое может быть, что называется. Вообще, во времена становления породы, это где-то 1860 год, в эти времена легавой собакой называли не только сеттеров, а любую собаку, которая охотилась именно на птицу. Потому что профиль... То есть в 8-й группы не было подачи? Нет, профиль этих собак именно подъем птицы, в поле в высокой траве, либо также подъем с болота. Эти собаки, их можно научить подавать, также битую дичь, но на самом деле сеттера не очень охотно этим занимаются. Они говорят, что для этого есть 8-я группа, да? Их задача в высокой траве причуять птицу, при этом они максимально должны пользоваться именно своим верховым чутьем. Этой собаке не обязательно наклонять голову вниз для того, чтобы что-то причуять. Они... То есть не по следу? Нет, не по следу, нет. Тоже можно научить, тоже можно воспитать, как бы это все прекрасно тренируется, но в крови этой собаки, в ее генах, это именно верховое чутье, они прекрасно зачищают поле, бегают зигзагом. Тоже этому собак обучают, хотя есть определенные, видно, вот генетические, так сказать, которые заставляют их бежать в поле не по прямой, а именно зигзагообразно. И когда собака причуивает дичь, она останавливается и немножко припадает к земле, показывая охотнику, да, что найден
найден, так сказать, объект охоты. Если я правильно понимаю, ее задача дальше вот не бежать, чтобы ее не подстрелить. Да, совершенно верно. Хорошо, ну прям тут мы пока в этой теме, давай тогда поговорим о ежедневном уходе. Каждый день ли ты расчесываешь, как часто нужно расчесывать сеттеры и какими расческами, как ухаживать за этой шерстью. Пока мы не берем удаление шерсти, удаление. Именно давай начнем с расчесывания и регулярности мытья. Я не расчесываю сеттера от мойки до мойки. Такого нет. Грязная шерсть, сеттер, ну, собака чистая. Ну, за исключением репьев. Да, за исключением вычесывания, точечного вычесывания, вынимания даже, я бы сказала, репьев. То есть сеттер не расчесывается. Угу. Я его помыла неделю назад, мне не придет в голову поставить его на стол, побрызгать его спреем и начать чесать. Ничего хорошего в этом не будет. Окей, а моешь ты как часто? Желательно, и я тоже к этому стремлюсь, честно говоря, не всегда получается, раз в 10-12 дней. Да, особенно, но опять, если но это мы... это часто для крупной Да, это часто. Собаки. Это если мы говорим о том, что собака у нас, например, выставочная, и мы отращиваем шерсть. Если собачка не выставочный, ваш сеттер, то, в принципе, будет достаточно помыть его целиком у грумера один раз в 2-3 месяца, но на вас ложится забота об его юбке, особенно если это кобель, да. То есть вот это вы должны будете делать абсолютно самостоятельно. Вы пришли с прогулочки, вы поставили собачку в ванну, помыли ножки. Обязательно хотя бы пару раз в неделю промойте кобелю вот эту вот часть юбки. Просто водичка? Да, нет, нет. Просто водичка, мочу кобелиную не возьмет, что называется. Шампунь. Пожалуйста. Развели шампунчик, нанесли на собачку, смыли, посмотрели, если требуется еще разочек нанести, еще разочек нанесли, потому что ну, уровень загрязнения шерсть у всех разная. И после того, как мы шампунь смыли, самое оптимальное воспользоваться готовым спреем, готовым кондиционером, то есть сбрызнуть, как обычно просушить, можно просто полотенчиком, можно феном. Самое главное, чтобы юбка кобеля вот в части, грубо говоря, да, нашей паховой оставалась чистой. Иначе здесь будет дырка. Иначе это то место, куда будут присаживаться дополнительно вся пыль и грязь. Листочки, травиночки, я не говорю уже о репьях, которые, в принципе, тоже надо найти для начала. Травинки, шерстинки и так далее и тому подобное будут сидеть у вас именно вот в этой части. То есть тогда, когда вот она будет, если не промыта от мочи. Окей. А не просушивать можно феном это? Можно, более чем можно. Конечно, собаку. Конечно, абсолютно. Все, можно. Сеттер – это та собака, и я знаю, что многие владельцы сеттеров так и делают. Собачку помыли. Единственное, что я бы порекомендовала, мои собаки все к этому приучены, и я всегда как бы советую это всем владельцам, научите вашу собаку после груминга отдыхать. Не крутиться колбасой, не носиться в мокром состоянии по шерсти, да, это как это интересно. Я просто представляю мокрую собаку, которая... Они что сразу делают? Эгегей! Ну, у многих владельцев, да, я слышу, да, то есть мы помыли собаку, мы ее выпустили, и она побежала, да, из ванны прыгать с кресла на диван. Поливая все этой водой, крутиться, да, колбасой, падая, между прочим, да, на мокрых лапах. Я собачек, когда достаю своих, если мы, например, купаемся дома, я жертвую диваном, я его застилаю покрывалами. Они прекрасно знают, мы вышли из ванны, они пошли, и с удовольствием 40-50 минут они лежат под полотенцами. Естественно, полотенце ну, сухое. Да, да, да и да. Всю лишнюю да. Влагу отдают. Вот, вот Балу, например, собирается улечься. У меня такое чувство, что он привык отдыхать. Вот. Они могут лежать и на столе, то есть собаки приучены лежать и на столе, но владельцам такого не надо, достаточно на диване. На диване. И укрываем пледиком. Спокойно приучаем. Вам собака со временем будет благодарна, потому что на самом деле это клево. Их тоже водные процедуры их расслабляют. Вы их моете, вы их массируете тепленькой, горяченькой водичкой, что называется. И собака в этот момент расслабляется, и когда вот
вот они понимают, что можно Балуш, можно полежать. Можно полежать и отдохнуть после этого. Будет замечательно. Вот такой отдых избавит вас, во-первых, от вытирания, от лишнего вытирания полов. Он даст вам передохнуть, потому что сеттера, ну, все-таки собака не маленькая, помыть, да? Наполовину сама помоешься, пока моешь сеттера. Она даст возможность собаке дополнительно просохнуть. То есть, когда вы вынете такого 40-50 минут лежащего сеттера, вы сможете его отсушить обычным феном. Ну, конечно, я не говорю о походных фенах, да, это должен быть профессиональный, но, тем не менее, это может быть человеческий фен. Хорошо. Да, Юль, да. А вот эта шерсть, украшающая на юбке, отчесы, я правильно понимаю, что она тоже требует дополнительного питания, увлажнения, и мы хотим видеть вот эту украшалку нарядной и всячески за ней ухаживаем? Или нет с ней проблем, она растет ломом, и вообще мы не паримся? Она растет. Она будет расти, это заложено генетикой. Ее объем, ее густота будет напрямую зависеть от того, как часто моется сеттер. Конечно, если мы хотим в ринге, мы хотим украшающий объемный и длинный волос, собачка в этом случае, конечно, должна мыться, ну, хотя бы два раза в месяц, и юбка должна чуть-чуть подстригаться. То есть чем чаще мы стрижем собаку, тем быстрее у нее будет расти волос. Если вы задаетесь прям вообще супер юбкой, так, чтобы собака выходила в ринг и за ней стелился шлейф, в этом случае, конечно, как вариант, можно подумать и о накручивании попельеток, да, на эту шерсть. Ну, а почему? Ни разу не видела. Правда, с сеттером делают? Могут делать. Я не делаю. Я все-таки хочу, чтобы моя собака оставалась тоже собакой в том плане, что, да, у меня три сеттера, они очень активно играют, мы живем в частном доме. Попельеткам конец через 5 минут. Юль, когда мы говорим о возможности регулярного частого мытья, я обычно делаю акцент на том, что мы обязательно, что часто мыть не вредно, но мы обязательно компенсируем действие шампуня, кондиционером или маской. Правильно? Да, да, да. То есть для сеттера это тоже... С сеттерами тоже это правило работает. Окей. А какие продукты мы тогда посоветуем для домашнего ухода и подготовки шерсти сеттера? Мы очень любим работать, готовиться, питаться маркой Yves Saint Bernard. Широчайшая линейка возможностей, масса подбора для разной сеттеринной шерсти. То, о чем я сказала, американский тип шерсти, чуть полегче можно кондиционер. Европейский тип шерсти, да, более пухлявый, склонный к волне. Здесь можно немножечко и пожирнее, помасленнее, что называется, попитать, чтобы убрать вот эту вот сухость. Мы очень любим икорную линейку от Yves Saint Bernard. Ну, я приготовила это, уже нашу с тобой. По моей просьбе. Плану. Это все-таки для шоу-подготовки то, чем мы для можем. Шоу-подготовки или для домашнего ухода тоже подходит. Более чем подходит. И мы любим ее очень в домашнем уходе. Потому что домашний уход – это в первую очередь питание. Питание, увлажнение. То, что мы должны восполнить собаке, да, то, что вот мы смыли. Хотя шампунь очень щадящий. Он прекрасно очищает шерсть, при этом я не вижу пересушивания. Выставка и интенсивный уход и питание – это икра. Просто поддерживающее питание, увлажнение мы можем взять для длинной шерсти маракуйю, правильно? Да. Линька – минералаж. Линька – либо зонар на отращивание шерсти, правильно? Да, когда мы что-то хотим нарастить. Что у нас еще? Обезжиривание. Бывает необходимость обезжиривать уши, отчесы? Однозначно. Однозначно. Мы без него не живем на самом деле. Хорошо. Пурифаинг, шампунь, зонарно, либо на первое мытье для... Он у меня просто в большом галлоне, красный, который, белая глина. То есть вот это тот комплекс продуктов, который так или иначе, в зависимости от цели мытья, мы можем для сеттера применять. Да, да. Окей. А можно я воспользуюсь вот вашей опцией, а то у меня тут потоп? Это, наверное, можно вписать в какую-то тоже особенность, да, вот это повышенное слюноотделение? Есть. Или не все сеттеры? Больше, меньше, но сеттер в целом,
признаю. Мы тут признаю на камеру, уже, да. Сеттер – это собака с большими брылями, с достаточно крупной мордой. И особенно, когда сеттер еще волнуется, они не могут волноваться. Они первый раз работают, да, на камеру. Конечно, избыточное слюноотделение присутствует. Плюс тут шквал запахов наверняка, который их привлекает. Будоражит. Да, единственное, что, Даш, я тебя немножко поправлю. Ну, ты не владелец сеттеров, да. Есть небольшая специфика в вытирании слюнок так, сеттера. Так, давай, мастер-класс по правильному сбору слюней. Мастер-класс по слюнкам. Да, и для того, чтобы... какие-то особенные наверняка. Это простая замшевая тряпочка на самом деле. То есть у нас простая, их... Простая, у нас у каждого с собой вот по простой замшевой тряпочке. По простой замшевой тряпочке. У владельцев сеттеров есть замшевые тряпочки. Да, да. Ну, как минимум одна на прогулку. Дело в том, что слюни, чтобы нам не растирать по собаке, мы берем... Давайте я, наверное, вот я с этой растерла, стороны. Да, 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 совершенно верно. Тряпочка под губу. Ого. И мы промакиваем. Соответственно, то же самое делается с нижней. То есть я не тру, я промокнула. А у меня все лицо в слюнях у собаки. Да, 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 да. Ну, это... Я исправлюсь. Я думаю, у меня сегодня будет еще возможность исправиться. То есть мы промакиваем эти чудесные наши слюнки. А дома в быту как вы с этим? Нет, их там просто нет. Нет, дом, есть дом. Нет, абсолютно, абсолютно. Это уличный, так сказать, девайс. Это девайс на тренировках, на еду, конечно же, бесспорно. Да, да, да. Сеттер – это собака, которая очень любит покушать на самом деле, очень любит вкусненькое. Поэтому нет, это не постоянное. Ты оставляешь меня без вопросов опять. Юль, тот факт, что это охотничья собака, как это сказывается на домашнем содержании, насколько такая собака подойдет для проживания в квартире с владельцем, и какие регулярные физические нагрузки нужны для сеттеров, чтобы все-таки они были контролируемые, адекватные, управляемые и вообще из ума не выжили. Сеттер прекрасно будет жить в квартире, даже в очень небольшой. Сеттер прекрасно будет жить в загородном доме. На улице? Нет. Летом, В самом загородном доме? Да, в самом загородном доме. Вся, как бы, здесь проблема в том, что сеттер законтачен на человеке. Он будет жить где угодно, но самое главное, чтобы это было с человеком. Это вот в тему, почему сеттер не живет на улице. Все-таки не живет на улице, это не собака, которую можно в будку посадить или на охрану приставить. Его можно посадить как бы в вольер, и он не замерзнет зимой, но он будет очень скучать, тосковать. Он будет тосковать, да, да. И это собака, которая должна жить рядом со своим владельцем. Это собака не для тех, кто днем и ночью работает. Сеттер должен получать физическую и умственную нагрузку. То есть это собака, которая прекрасно уживется в небольшой квартире, она не разнесет эту квартиру. Если вы дадите собаке хорошую, как минимум физическую нагрузку. То есть это собака, которая хотя бы по часу утром и вечером должна гулять. Лучше полтора. Хотя бы по часу. Да, да. Если вы дадите еще и умственную нагрузку, то, может быть, не придется гулять час. 30 минут вы погуляли, 30 минут вы чем-то позанимались. Да? Да, напишите сейчас в комментариях нам, владельцы, сколько в день времени вы гуляете с собаками. Вот у меня, например, часовая прогулка – это раз-два в неделю. Если там три, то это прям вообще классно. А основное – это все-таки выбежали, пописали вокруг дома и домой. Я думаю, что если бы это были сеттеры, они бы у меня ходили по потолку и по стенам. Да? Если это будет один сеттер, да, скорее всего, он будет разносить квартиру. Если это будут два сеттера, в этом случае хотя бы два сеттера. Или, например, да, или сеттер и какая-то еще другая схожая по его характеру собака. В этом случае можно обойтись той же самой, например, 20-минутной прогулкой. Остальное они доиграют дома.
Да, есть такое. На радость соседям. На радость соседям. Ну, соседи, бог даст, на тот момент уйдут уже на работу и ни о чем не будут слушать. То есть это, да, это собака, это очень социальная собака, которой на самом деле не так важно, с кем играть. В идеале с хозяином. Но это собака, которая с удовольствием пообщается с другой собакой. Если нет другой собаки, сойдет и кошка. Говоря, что с удовольствием общается, мы сразу помечаем, что, в общем-то, зооагрессии у них нет, они совершенно контактные, ну, за редким, наверное, исключением, да, проблемы, что на меня, на моих собак нападет красный сеттер, такой шанс он нет, минимален. Нет, нет, его не будет. Это собака, которая вспоминает о том, что она собака, у нее есть зубы, только если нападают на нее. Uh-huh. Напрямую сеттер, я не видела ни одного сеттера, который решил бы напасть на какую-то собаку, на человека. Нет, это абсолютно. Uh-huh. Сеттеру подходит любой вид деятельности, им все интересно в этом мире, то есть ОКД, трюковая дрессировка, все что угодно. Единственное, для чего они не подходят, это защитно-караульная служба. Uh-huh. У них ни капли агрессии ни к людям, и очень мало зооагрессии. То есть именно как ответ, как ответная uh-huh. реакция может. Но это больше даже характерно для каких-то, как сказать, взрослых уже. Балуша, ты влюблен в Дашу. Все хорошо. В нее невозможно не влюбиться. Да, 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 вот да. Такой. Вот. Он хотел просто вот с такой положить. Да, да. Он у нас очень тактильный, очень, очень любит. Тай вот что-то заприметил у нас там. Да, все, да, его аж даже подтряхивает немножко. Он что-то птичка. Там увидел. Птичка. А, все, все, вот. Вот, пожалуйста, объект нашего, да, объект нашего вожделения – птичка. Юль, какими инструментами и какими техниками мы можем работать вот с шерстью, которая у нас на спине? Мы с нее, наверное, начнем, да? Да, это та шерсть, которая, как мы выяснили, линяет как раз у сеттера и имеет сезонную линьку. Здесь нам в помощь целый ряд инструментов, причем часть из них прекрасно подойдет простым владельцам, они смогут делать все самостоятельно. Инструмент, первый помощник в деле борьбы шерсти сеттера, это вот такие вот стриппинги. Стрипл-код, кинг, разные да, производители. Разные абсолютно названия, называют. Да, я называю их стриппингами. Они отличаются по частоте зубчиков, да, и по расстоянию между этими зубчиками. Uh-huh. Нужно подбирать индивидуально. То есть, если мы говорим о сеттере европейского типа, в начальной стадии линьки, то есть, когда шерсти максимально много, первая часть линьки прекрасно уберет шерсть и вот такой вот ход, да. Это когда много да, объема, когда ее наверное, много, когда, да, uh-huh. чтобы не было очень много работы, то есть, нам нужно убрать шерсть, да? Сейчас он не работает уже, да? Видите, он ничего не забирает у меня. Это вот на первый этап. И такой не подойдет юбку для меня. Юбку нельзя этим нет, прочесывать, ни в коем только случае. Спину. Только все. Спину, да. Это только на линяющий волос. На американцах такой не будет работать вообще никогда. Угу. У них очень мало шерсти по корпусу. Следующее, да, то есть линька идет слегка на спад, волос меньше, объем меньше, и этот уже не работает. Следующий можно взять... Да, чуть более частый. На нас сейчас, так как это уже конечный период, не работает даже этот уже. Mm-hmm. Да, все, он уже не уже захватывает. Все вычесано. Да, таким инструментом нельзя работать против шерсти. Только по шерсти. Да. Юль, правильно я понимаю, что с таким инструментом может и владелец дома на регулярной основе да. ухаживать за сеттером, либо может профессиональный грумер, если сеттер пришел, мы, по сути, работу с шерстью начинаем с стриппинга. Совершенно верно. На грязную до мытья мы можем на грязную до мытья. Хорошо. Да, да, конечно. И в помощь нам вот такой вот финальный, очень частый стриппинг, вот он вытаскивает всегда. Он всегда найдет, что вытащить. Ну, у нас, конечно, все уже. А можно сезон... я посмотрю, что да, у нас сезон линьки закончен.
Ну, тут подшерсток, подшерсток, да? Подшерсток, да. То есть ось он вынимает... вообще не трогает? Нет, ось он не трогает. Мы вынимаем подшерсток. Отлично. А как мы с остью должны работать? Мы ее тримингуем, мы ее стрижем или мы вообще ничего с ней не делаем? Нет, с остью тоже, конечно, она линяет, ее тоже нужно убирать. И желательно это убрать механически, быстро, инструментом, а не ждать, когда она осыпется. На ось лучше всего работают камни. Причем это вариант не только грумеров. Это пемза. Пемза, да, пемза. Это вариант не только грумеров и владелец более чем с этим справится. Работать камнем предельно просто, да. Мы работаем по шерсти, не нужно ничего зацеплять, достаточно просто проводить. Ой, слушай, по, ну это действительно и владелец шерсти, состояние конечно. Справится, да, это не триминг. С небольшим нажимом. Камни не подрезают шерсть, то есть вы ничего не испортите. Камни помогут пройти в тех местах, где не возьмет никакой другой инструмент, да, потому что он просто туда не зайдет. И вот здесь вот нам в помощь камушки, когда мы убираем остевую часть, тоже линяющую сеттера. Проходим спину. Проходим лопатки, плечи и все в направлении роста. Да, вот линька у нас по подшерстку практически закончена, но видите, вот ось мы прекрасно набираем. Работу с камнем желательно тоже по грязной шерсти. И не бойтесь, камень никак не повредит шерсть сеттера, абсолютно. Да, это вот меньше всех волнует, мне кажется, обычно. Да, задать да, шерсть убрать. А не... Это мы потом начинаем думать. Ой, оказывается, можно повредить. Если я сегодня прочесываю сеттера камнем, и я его не купаю, такое тоже бывает, потому что ну, от мойки до мойки все-таки проходит какое-то время, а хочется собачку подчесать, то после этого я, как правило, протираю его просто влажной тряпкой, ну, для того, чтобы убрать какой-то вот возможный насыпавшийся от камня, и прохожу спреем, кондиционирующим готовым спреем. Отлично. Мы аж 270 можем использовать да, для этого. Да, мы я должны раз... даже его использовать для этого. Так? Да. Пойдет? Отлично. Я как отлично. Раз приготовила вариант, у них теперь есть, я не знаю, ты видела, нет дорожный вариант, чтобы с собой на прогулку не отливать, можно еще брать маленькую Мы этим дорожным вариантом уже пользуемся. А, да? Конечно. Это своими когда, инновациями. Это когда выставки, это очень удобный вариант. И то, о чем я говорила, такой спрейчик гуляет со мной на прогулке. А это что за щетка такая у тебя? Щеточка для сеттеров. Они бывают разных модификаций, с ручками, без ручек. Натуральная щетина. Натуральная щетина – это как раз то, что доктор прописал и грумер прописал для спины сеттера. Это финиш уже. Это финиш, все. Совершенно верно. Это возможность тому кондиционеру, который мы сейчас нанесли, проникнуть более глубоко в волос. То есть именно после спрея? Да, да, после спрея. Будет замечательно. Видите, у нас стал какой блестящий бачок, да, после того, как мы убрали лишний волос и побрызгали спреем и прошлись расчесочкой. Юль, здесь сразу два коротких вопроса. Можно ли брить спину сеттера? Нет, категорически. А те этапы обработки вот этой шерсти, которые мы сейчас с тобой показали, правильно ли я понимаю, что, в принципе, для шоу собаки этап, инструменты работы те же, но ты работаешь уже, учитывая какие-то экстерьерные моменты, где ты стараешься не снимать, где-то, наоборот, там слоями доснять и все такое. Да, конечно. А так все то же самое. Просто добавляется знание стандарта и там анатомия. Совершенно верно, совершенно верно. Хорошо. Этапы абсолютно одинаковые, что для собаки, которая просто сидит на диване, что для шоу собаки. Единственное, что еще, как правило, в работе вот с шоу собаками дополнительно в помощь нам нож. Ты им щипаешь или тоже вычесываешь? И подщипывание идет, и подчес идет, да, то есть это тот же инструмент, который позволит нам убрать подшерсток тоже, не ось. Смотри, у него здесь вообще чисто ось, прям совсем подшерсток, нет подшерстка. Да, да, мы уже почти пролиняли. То есть это инструмент, который позволит убрать тоже подшерсток, позволяет нам, но на каких-то таких вот более
необъемных местах, да, это лопатка, это может быть ухо, голова, да, у сеттера затылочный. Голова, бугор, скорее всего, как да, раз прощипывается, да, чтобы какой-то экстерьер и подчеркнуть. Прощипывается, и прочесывается. Ага. Сначала мы прочесываем, а потом при необходимости можем еще подщипать, да, особенно вот, то есть наш породный как бы Борт. Символ, да, его же надо выделить. Хорошо. И делается это. Юль, я зануда. Вот мой сеттер линяет, побрейте, пожалуйста, Христа ради. Что будет, если все-таки вот владелец упрашивает грумер, говорит, ну уберите это все, не могу я уже эту шерсть. Что будет, если мы побреем все-таки спину? Будет страшный сеттер, во-первых. Страшный и некрасивый сеттер. Случиться может все, что угодно. Здесь, то есть, вот, это та лотерея, которую ну, хотите. Мы можем играть. Испортить текстуру шерсти, можете, если я правильно понимаю. Да. Она однозначно будет по опыту других пород более пуховая расти. Более пуховая. Кудрявая, возможно. Кудрявая. У сеттеров 100% сразу это в волну пойдет. Потому что, ну, есть такое как бы в породе. И плюс алопеция. Никто ее бывает никогда... Бывает у сеттеров? Бывает, бывает. Ничего никто себе. Ее никогда не исключает. Угу. Тоже забрить можно по-разному. Разные, опять же, места. Но угу. Нет, я бы не я стала поняла. Никогда. И, наверное, надо сказать, что линять он продолжит. Только маленькими, колючими, остро срезанными волосками. Да, что, да, по сути, да, на линьку да, мы да. никак не повлияем. Никак не повлияете. А процедура экспресс-линьки здесь, в принципе, вся та же самая, как для других линяющих пород. Мы максимум вычесываем, моем косметикой, которая для этого подходит. Вот как раз мы сказали, там, минералаж, да. все остальное. И выдуваем компрессором, что еще выдуть. Совершенно верно. То есть с сеттером Абсолютно. Экспресс-линька тоже существует. Да, это... да. Юль, насколько здоровы генетически эти собаки, насколько они долгожители, и вот, ну, наверное, да, насколько здорова эта порода? Порода в целом, хорошее здоровье имеет порода, доживают порядка 12-13 средний возраст, есть в питомнике у нас долгожители и 15-16 лет. Прекрасно собаки. Их, наверное, ну, основная проблема, которая может вообще чаще всего встретиться в этой породе, это дисплазия тазобедренных суставов, как у любой крупной породы. Вы здесь, проверяете, да? Да, здесь, конечно, тесты, однозначно тесты и аккуратное выращивание щенка. То есть, если у нас скользкие полы, я застилала в свое время дом ковролином, да, то есть, чтобы не скользили лапки. Тесты бесспорно помогают нам. Еще одна проблема, которая ранее была тоже у сеттеров, но сейчас благополучно она тоже диагностируется на уровне тестов, это атрофия сетчатки глаза. Да? То есть сейчас тоже мы ее практически не встречаем, достаточно как бы сдать простейший тест и на этом как бы обезопасить себя. Собака высокая, собака сухая, такого тонкие и звонкие, как я всегда про них говорю. Поэтому есть определенные, так сказать, вероятности заворота кишок. Да, есть такое, поэтому это здесь... после еды нельзя бегать? Да, не нужно, не нужно. Накормить сначала собаку, а потом пустить побегать. Лучше сначала побегать, потом дать немножко сеттеру отдышаться минут 15-20, отлежаться, и после этого мы уже можем покушать. Юль, какая цена сегодня на щенка средняя? От 30 и до 80, до 100, в зависимости от количества mm-hmm. дипломов у родителей, от питомника, ну и от пожеланий самого заводчика на самом деле. Mm-hmm. От амбиций заводчика. Да, от амбиций заводчика. Хорошо. Про окрас. Меняется ли он с возрастом? Влияет ли качество содержания ухода на окрас? Или сеттер будет до старости вот таким ярким и насыщенным и глубоким? Ну, безусловно, основное в окрасе сеттера – это генетика. Это первое, конечно же. Далее, такой момент. В ирландских сеттерах есть две линии. Американская линия, американское разведение и европейское разведение. Американцы в целом светлее, они чуть больше идут в ржану. Европейцы... Того, более пуховые, да? Нет, они наоборот с более прямой шерстью, у них практически нет подшерстка. Я даже не знаю, с чем это связано, но у них тоже очень блестящая, очень красивая шерсть, но она чуть светлее в целом. В целом чуть светлее. С возрастом сеттер, ну, к сожалению, да,
так же, как, наверное, и многие породы, несколько теряет свой цвет, он становится немножко более блеклым, в первую очередь в районе морды. Как сидеет. Да, ага. да, бесспорно. Но в целом, как бы собаки с хорошим уходом, с регулярным грумингом, с качественным питанием, до глубокой старости остаются вот такого вот цвета, красного дерева. Ну, летом... Вот здесь у нас светлые волосочки. Это как раз седина проступает или это допустимо вообще? Нет, это мы немножечко подвыгорели. Сеттеры тоже склонны, да, склонны к летнему несколько выгоранию. Балуш, Балушка, чем ты там заинтересовался? Птичек смотрит. Да, несколько склонны к летнему выгоранию, поэтому это у нас зимой пропадет. Как мы будем ухаживать вот за этой более длинной шерстью? Правильно ли я понимаю, что на хвосте тоже длинная шерсть, как и на юбке, как и на отчесах? Угу. Можно ли ее стричь, брить? Можем ли мы навредить ее качеству, текстуре и так далее? Угу. Украшающая шерсть. Брить и стричь можно. Да, да, да. Я с машинкой. Вот вам, пуделистам, вы все только побрить. Да, и это же запрос клиентов. Понимаешь, клиентов, люди заводят линяющую собаку, потом приходят со слезами, говорят, сделайте что-нибудь. И очень часто грумеры, ну, как бы профессиональные, но не имеющие опыта с конкретной породой, они задаются вопросом, что мы можем сбрить без вреда, а что все-таки наша задача сохранить и не навредить. Да, да. Ну, смотрите, если ваша цель, чтобы сеттер не линял, то боремся мы только с шерстью. Украшающие волосы не линяет. Это собирает грязь на прогулках. Мне приходится мыть собаку каждый день, два раза в день. Собирает грязь на прогулках. Тогда да, можно. Угу. Можно коротко подстричь. Можно забрить. Ну, то есть прям вот по силуэту собаки, вот это все мы стрижем без вреда. Да, и хвост тоже в длину, вот эти вот отчесы. Да, совершенно верно. То есть убираем просто, насколько это возможно, насколько владелец пожелает, мы убираем длину украшающего волоса. Либо машинкой, либо ножницами. Хорошо. А как правильно обрабатывать горло? Я столкнулась в разных источниках, ну, шею, с разной информацией. Кто-то говорит, что надо брить, кто-то говорит выщипывать, кто-то там вычесывать, простригать филлерами. Машинка плюс филлер. То есть можно горло пробривать машинкой? Смело горло пробривается ирландцем, да. А можешь показать, какие зоны бреются? То есть вот скулы входят ли туда? То есть здесь насколько глубоко мы пойдем? Здесь у нас мы идем вот от... окончание морды, спускаемся вниз, да, вот граница уха у нас, и, как правило, один или два пальца над нашим вот любимым угорочком, да, над грудиной. Да. По вот шерсти это... мы какой-то длиной работаем, не коротко, да, же это не сбриваем? Надо коротко, нет, это будет дисбаланс, тут очень мало, здесь вот, возможно, очень много, тем более у сеттера на шерсти, на шее, прошу прощения, так же, как у многих собак, шерсть растет в разные стороны, да, чтобы вот избежать вот этого вот, так сказать, но мы, по сути, идем по границе той шерсти, которая вот сюда растет. Да, и для нас как раз верно. Сигнал, шерсть, растущая навстречу, что пора остановиться. Да, да, да. Вот то, как у нас горло, шея выглядит у него сейчас, это как раз вот то, к чему мы стремимся, или можно короче? Можно покороче, можно покороче, да. Мы стриглись где-то, наверное, недели три назад я их подстригала, да, ну, за исключением там лапок, что называется. Да, где-то три недели назад можно покороче, то есть это уже... Кодосом 1,8 по шерсти, это ок, или это коротко? Можно чуть подлиннее. Тройкой? Да, 2-3 миллиметра по шерсти. Да, по шерсти. Ага. Против шерсти будет некрасиво, будет такой лысо. Грубоватый срез, да, сеттера, что уши, что шею лучше брить всегда. Сняла по вопрос, шерсти. Я вижу, что уши выглядят вот в этой зоне тоже забритыми. Угу. А что мы здесь делаем? Может быть, уши покажем, как забривать? Да. Их же можно пройтись кодосом конечно. По концам? Конечно. Чтобы было понимание границ. Так, первое, в бритье ушей мы помним о том, что сеттер – это собака с низкопосаженными висячими ушами. То есть если ваш кукусик в процессе груминга поднял ухо, вы не начинаете брить, потому что когда он ухо опустит, вы забреете. Да? Угу. Мы можем что сделать? Мы можем поднять собачке голову, да? То есть вот поставить ее так, как она стоит, как бы она стояла, и сделать вот такую вот наметочку.
Сразу, пока собачка держит, у нас ушко опущено. Я делаю такую небольшую... То есть вот от основания, да, уха идем, именно уха, само полотно, верно, да, не да. трогая совершенно верно. Голову и все там угу. вокруг причиндалы. И впоследствии уже я, сделав наметку, беру ухо, потому что сатиринное ухо такое оно, многогранное. И убираю весь волос по шерсти. Здесь предполагается работа не только машинкой, но и филлером обязательно, да, ага. ножницами. А как ты определяешь, как много сбривать? В сантиметрах или треть уха, или что? По границе морды, да? То есть... Нет-нет, вниз, насколько вниз, глубоко насколько... ты уходишь. Вот, по окончанию морды примерно. Чуть можно ниже. Да, то есть да. мы на челюсть ориентируемся, верно, и вот да, оно пошло. Да, да. Морда сеттера должна быть сухой, монументальной, и, соответственно, ухо поэтому и забривается, чтобы подчеркнуть вот эту вот монументальность морды, целостность угу. морды и уха. А дальше уже идет... украшающий, что называется, волос. И стык филировочкой проработаем, да? Да, сейчас угу. Надо вычистить нам и внешнюю часть уха. Внешнюю часть уха всегда по шерсти. То есть, если еще наружную часть можно попробовать побрить и против шерсти, некоторые угу. это делают, то наружную нет, потому что область у нас чувствительная, достаточно, да? Да, большая. Ага. Так, чтобы собака у нас не впоследствии... Получше, давай голову. Да, совершенно угу. верно. Вот я небольшой запас даже себе сделала. Здесь можно еще увеличить. Дальше вычищаем. Также вот эту вот часть можно вычистить тоже машиночкой. Балуш, подними, пожалуйста, голову. Давай. Вот эту часть тоже мы вычистить можем машинкой. Угу. Юля, они склонны, как собаки с висящими ушами, к отитам и другим проблемам? Вообще с крайне редко. Ага. Наверное, потому что они вот как бы у них не закрыты, да? Да. Он их да, чуть открывает, да. и здесь нет большого количества шерсти, как даже там у Голдена. Да, совершенно верно. Не нужно щипать, шерсть в ушах не растет. Угу. Ну, низ ушей мы прям по окантовочке можем. Да, да? Чуть-чуть, угу. чуть-чуть. Если волос очень длинный, уже отрос, многие, так сказать, грумера, владельцы угу. при подготовке к шоу или просто берут, оттягивают вот так вот шерсть, да, то есть если она позволяет угу. по всей длине, и прямыми ножницами срезают, получается прям такой, ну, как бы треугольник угу. интересный. Вот, длинные сатириные ухо. Юль, кастрация, стерилизация влияет ли на качество шерсти? Да, бесспорно, и в 100% случаев и влияет как бы очень сильно. Шерсть становится более светлой, во-первых. Ну, mm-hmm. это полбеды. Она становится очень пухлявой. И более сложный выходит. И самое главное, она начинает расти там, где расти не должна. Ого. То есть, да, совершенно... Это на передней поверхности лап? На например, передней да? поверхности лап, на спине, на голове, на щеках. Это вот то, что делает с сеттерами кастрация. Поэтому, если вы решили кастрировать сеттера, для этого нужны быть как бы очень веские. Надо... Да, ага. да, да. Надо взвесить все плюсы и все минусы кастрации по сравнению с тем, с чем придется потом бороться. То есть это будет уже регулярный триминг. Это нужно будет выщипывать постоянно, практически каждый месяц. Да? То есть угу. вот то, что будет отрастать на спине. На спине, на лопатках, на бедре, на морде, везде, где оно не должно расти. Юль, что мы можем посоветовать
владельцам для, в качестве амуниции. То есть если что-то особенное, я уже знаю, что есть прекрасные шапки, давай их покажем. Есть ли особенность в подборе вот, ошейников и так далее? Носите ли вы одежду? Бесспорно, все. Можно все. Сеттер можно все. Его все украсит и все будет функционально. Да, первое. Вот такие вот шапочки. Если мы хотим, чтобы у нашего сеттера были чистые ушки на прогулках, да, чтобы мы не гребли ушами все, что можем загрести с пола. Также этим очень активно пользуются выставочные собаки. Да? То есть, когда мы помыли сеттера и везем его на выставку, мы одеваем вот такую вот вязаную шапочку. Она вяжется по размеру головы, да, и защищает ушки нашего чудесного сеттера от грязюки. А на прогулку ежедневную вы одеваете шапку или нет? Можно, да. Можно одевать, но на самом деле нет, нет, нет. У нас прогулки очень-очень активные, с играми, с небольшими потасовками, так сказать, ну, в хорошем смысле. Поэтому шапки будут излишни, они достаточно быстро слетят. То есть мы шапочки эти одеваем, когда мы идем на выставку. Да, как совершенно верно. Комбинезоны, дождевики, наверное, тоже перед выставкой? Комбинезоны, дождевики, все пойдет. Сеттеру, если ваш сеттер, если вам удобно его в этом водить. Да, мы используем комбинезоны тоже перед выставкой. Так на прогулке мне проще собаку после этого помыть, чем... мыть и собаку, и комбинезон. Иногда бывает и так, по сильной грязи. По поводу амуниции, какой мой совет? Для сеттера категорически нет, только шлейка. Это тот инструмент вождения собаки, который будет собирать просто безумные... Да, все, колтуны не подходят шлейки, в подмышках. Потому что сейчас такой тренд, что ошейники, удавки – это жестоко, вот шлейки – это равномерная нагрузка, ла-ла-ла. Нет, нет. Ага. Что я могу тогда сказать хозяевам? Приучите вашу собаку не тянуть. Это не про это, да? Когда собака приучена не тянуть и воспитана, какая здесь может быть нагрузка, какой здесь может быть вред шее. Шлейка же будет запутывать, она будет сминать и спутывать всю вот эту подмышечную зону и украшалку. Как я уже сказала, сеттеру подойдет в целом любой ошейник. Я для своих собак выбираю вот такие вот удавочки. Они мягкие очень, они не зацепляют шерсть. То есть, когда вы будете выбирать ошейник вашему сеттеру, вы можете взять в целом любой. Но мой совет так, чтобы на нем было минимум того, что может зацепить и выдрать впоследствии сеттеру шерсть. То есть мы щадящие? Щадящие, да, 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 да. И, наверное, важно проговорить, какой уход за лапами. Лапы пушистые, мохнатые. Как мы их правильно оформляем, нужно ли изнутри выбривать, выстригать, не нужно, колется там собакам, мешает это или наоборот защищает при работе там. В общем, что с ногами? Однозначно стричь и брить. То есть аллергии не будет, можно там работать с машинкой достаточно смело. Сеттер вообще крайне не аллергичная порода на самом деле. Ну, просто у кокеров вот мы там аккуратно это все делаем, потому что шерсть жесткая, и при бритье они могут разлизывать, расчесывать это все себе. У сеттеров нет, я такого не встречала. Внутренняя поверхность лапы пробривается традиционно. И украшающий волос, который растет у нас между пальчиками, он простригается филировочными ножницами. Давай покажем на одной лапке. Да, конечно. Лапки мы и бреем, и стрижем. Подушечки традиционно, да, убираем вот все, что выступает за пределы наших пальчиков. Помним, да, что если это выставочный сеттер, не наделать дырочек. Вообще лапу сеттера – это та часть сеттера, которую можно стричь и брить много, долго, и все равно что-то там всегда останется. Мы убрали шерсть
с лапы, да, с самой подошвы, так сказать. И теперь нам предстоит убрать тот волос, который у нас между пальцами. Это делается уже филировочными ножницами. Если объем шерсти между пальцами очень большой и очень длинный, угу, его можно разово не глубоко, да, так сказать, не сильно, но срезать прямыми ножницами, угу, а остальное уже доделать непосредственно филировкой. Также иногда шерсти бывает настолько много, что пуходеркой она не всегда вынимается, ее проще достать пальцами и еще подчесать пуходеркой. То есть настолько бывают мохнатые лапы у сеттеров. Мы убираем все, что у нас, так сказать, торчит и выходит за пределы нашей лапы. Угу. То есть аккуратненько состригаем, неторопливо. Конечно, когти к этому моменту должны быть уже подстрижены, угу, и при необходимости опилены. Ну, то есть мы делаем такую короткую равномерную шерсть. Да, совершенно убираем, верно. Там оставлять? Мы убираем все, что вытаскивается у нас между пальцами, пуходеркой или, угу, пальцами. Да? То есть, положим. Вот все, что нам не нравится, все, что мешает, мы все это сейчас уберем. Да, очень полезно при выстригании лапы у сеттера простригать, держа не только... Балуш, дай лапушку, пожалуйста, еще раз. Не только держа вот лапу в комке, да, а очень часто шерсть все-таки будет еще между пальцами. То есть можно немножечко вот так раскрыть межпальцевое пространство и пройтись еще там. То есть тоже достаточно большой объем шерсти можно найти и вот между пальцем. Пальцем. Да, между пальцем. Причем его практически невозможно достать именно пуходеркой. То есть только раздвигать пальчики. Ну, бывают действительно очень меховые, сеттеринные лапы. Юль, у меня еще несколько инструментов, которые мы приготовили, остались без внимания. Я хочу, во-первых, чтобы мы проговорили, для чего их можно использовать. Это... массажная расческа. Что массажная расческа. Что мы ей будем чесать? Спину чесать бесполезно, угу, да? Ни о чем. Украшающий. Украшающий волос прекрасно прочесывается массажной расческой. То есть можно пуходеркой пройти, а можно пройти массажной, угу, расческой. Также... То есть массажка бережет от сечения эту, да, шерсть, если мы сфокусированы на том, чтобы ее отращивать, и вот минимум, да, 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 травмации. То есть первое, например, чем бы я начала прочесывать и проверять, есть ли колтуны или нет, угу, это либо пуходерка, либо массажка. Также массажка используется у сеттеров, это выставочный груминг, именно ей удобнее всего, но это должна быть, естественно, чистая, хорошо прочесанная шерсть, именно ей мы поднимаем грудь сеттеру, когда при укладке при шерсти. Укладке шерсти. Всё, да, я, да, поняла. Совершенно верно. Вот такими легкими движениями и направленным воздухом компрессора, угу, позволит нам сделать хороший объем сеттеру по груди. Угу. Гребень, мы немножко, по-моему, о нем поговорили, он позволяет нам как раз проверить еще более тщательно, что у нас прочесана шерсть, что у нас нету колтунов, правильно? Да, совершенно верно. Пуходеркой и массажкой наличие колтунов, зацепов мы не проверим. Угу. Это можно сделать только гребнем. И, конечно, с учетом габаритов сеттера, гребень должен быть, ну... Габаритный. Габаритный, тоже. Да. То есть мы сначала более широким шагом проходим, ничего не цепляет, идем частым, да, шагом. Да. Если что-то цепляет, гребнем никогда колтун не выдираем из собаки, берем пуходерочку, спрей и разбираем. И смотри, я здесь от себя добавлю, если мы бережем вот эту шерсть и отращиваем, да, на юбке, в области паха для кобелей, я бы использовала 10 в одном крем, можно я ему, да, да, сделаю? Да, нужно. Можно нужно под фен, можно вот прям на
чистую уже шерсть, вот прям в готовом варианте, он впитается и его не останется. Он наполняет и защищает кончики от сечения, как раз для любителей в полях погулять, там побегать и все остальное. Можно вот на вот эту шерсть на концы наносить еще крем. В случае сеттера этот крем обязательно еще нанести на подмышечную область. И профилактика образования колтуна. Да, совершенно верно. Самое оптимальное, то есть, чтобы это максимально качественно сделать, собачке лапку вперед поднимаем, да, и проходим вот здесь, потому что когда лапка опущена, ну, не всегда вы дойдете до результата. Что... Так, и последний. У меня здесь остался хвостик. Для чего он приготовлен у нас на сеттере? Или хвостик, это как частый гребень? Это просто как частый гребень, да. Я думала, может, ему там проборы разбили. Совершенно верно. Ну, а почему бы и нет? Юль, большое спасибо за готовность поделиться, за выделенное время и внимание, за удовольствие в общении с прекрасными воспитанными собаками. Я искренне надеюсь, что этот сюжет позволит сделать салонный уход более породным и все-таки убережет собак и грумеров от каких-то ошибок и недопустимых инструментов и техник работы с сеттером. Ну а владельцам облегчит жизнь с этими прекрасными, обаятельными собаками. Друзья, полный перечень используемых косметики, инструментов вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. А также оставляю вам ссылку на сайт интернет-магазина GroomMir, где можно по приятным ценам приобрести все это сразу и в одном месте. Нажимайте на стрелочку под видео, у вас выпадет описание, там будут все ссылки, весь перечень, список. И оставлю Юлины контакты, какие она позволит. Если у вас останутся вопросы, не вошедшие в сегодняшнее интервью, можно будет связаться, их задать. Я думаю, что Юля с радостью вам, насколько сможет, поможет и ответит. Всем спасибо. Не забывайте поддержать проект вашими большими пальцами. Это действительно важно для нас, для нашей команды. И поделитесь этим роликом с всеми, с кем сможете. Это будет ваш небольшой вклад в наше большое общее грумерское дело. Да. Все.